О начинающемся 1 апреля призыве на срочную службу вооруженные силы Российской Федерации говорили на Авторадио сегодня. Военный комиссар ЯОО Дмитрий Болец сообщил о полной готовности всех служб военного комиссариата, а также муниципальных и региональных властей провести призыв в штатном режиме. Дмитрий Леонидович, понимая тревоги некоторых родителей и призывников, заверил, что срочники никоим образом не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции. Мы уже в ходе специальные военные операции провели два призыва в 2022 году. Это весенний и осенний. Соответственно, ни один из тех ребят, которые были призваны на военную службу по призыву с территории Еврейской автономной области, с других субъектов нашей необъятной Родины, в зону специальной военной операции отправлены не были. Эта позиция не меняется у нас уже более 20 лет. Как вы помните, мы не используем военнослужащих по призыву, начиная с начала 2000-х годов. Военком ЯО не преминул отметить не только высокий моральный дух призывников, но и ставшими явно лучшими показатели их физического здоровья. Причину этого Дмитрий Болец видит в усилиях, прилагаемых губернатором области Ростиславом Гольштейном для развития региональной медицины и сети сельских ФАПов. Ребята будут годны к строевой. Военком призвал родителей слишком не переживать, служба их сыновей пройдет благополучно. Запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.